Все внимание юным путешественникам. В этом году в рамках проекта «Темников детям» школьники со всей республики активно знакомились с природой и культурным наследием Темниковского района. А летом прошел масштабный фестиваль «Отки». Его участники побывали в знаковых для муниципалитета местах, учились вести свои блоги, в игровой форме изучали историю родного края. Реализация проекта «Темников детям» завершилась этой осенью. Итоги работы подвели в праздничной атмосфере. Для гостей работали фотозоны. Все желающие могли забрать на память открытку с видами района. Работала интерактивная площадка с игрой-пазлом «Собери Темников». Ну а финальную точку в проекте поставила фотовыставка о достопримечательностях старейшего города Мордовии. Авторы снимков – дети. Помимо выставки, они помогли создать календарь-путеводитель. Я, как участник селфи-экскурсии «Юный экскурсовод», получил вот такой календарик. Впереди нас ждет концерт. Приятные впечатления на этом не закончились. Далее всех ждала лотерея с большим количеством призов. Празднование Всемирного дня туризма завершилось на музыкальной ноте. Кристина Стомина, «Народные новости», Темниковский район.